курсируют вправо. У нас своя полоса, полоса разгона. Он даже знак. Видишь, конец полосы. Теперь с левым поворотником уходи в левый ряд. Да, он ушел уже во второй ряд практически. Хотелось пропустить тоже. Выбирай место для остановки и остановись. Включай правый поворотник. Включай. А включай правый поворотник. И останавливайся. Бордюр только не заедь. Еще на меня немного. Все. Остановились. Главное просто нужно не резко останавливаться, чтобы сзади идущий автомобиль увидел, что мы останавливаемся. Хотя бы обратил на это внимание. Все, начинай движение, мы не крути руль, просто прямо с левым поворотником. Все, выключай поворотник. Не надо их пропускать с левого ряда, они все едут и едут, а мы стоим тоже в полосе. Выбирай место для разворота. В левый ряд уходи, не надо тормозить. Ну, здесь остановка, здесь нельзя. Видишь, остановка? Выключи поворотник. А теперь включи. Будем разворачиваться. Где? Это справа остановка. Крути руль. Смелее, 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 смелее. Там яму, блин. Иногда лучше по ямам проехать, чем жизнь потерять. Смотри в зеркало, левый поворотник включи. Не спеши. Не уверен, не делай, понял? Разгоняй автомобиль. Выбирай место для разворота. В левый ряд уходи. Тихо. Вот даже вот так. Раз. Главное, чтобы такие резкие маневры не способствовали ДТП, понял? Если сзади кто-то бы ехал, так резко нельзя останавливаться. Мы бы эту фуру перелетели. Да, толкнули бы. А? Толкнули, ну, конечно, бы. Крути руль с газом. С левым поворотником уходи. Выключай поворотник. Вот, все. И разгоняй автомобиль до 60. Смотри, пешеходов нет. Нет. Место для остановки, остановись. Не надо тормозить сразу. Зачем ты тормозишь? Услышал команду, да, инспектора? Сообразил, куда, чего делать. Да нету здесь места. Едем дальше. Выключи поворотник. Чего? Да это остановка. Что, не видишь ты? Вот здесь ты справа мог остановиться. Теряешься, да, когда вот так раз. А почему там нельзя было остановиться? Там же стоял, ну, машины же стоят. Ну и пусть стоят машины. Пусть. А ты остановишься, экзамен не сдашь. А там же специальный кармашек для. Какой кармашек? Для остановки нет. Кармашек, да. Остановочный карман. Для остановки. Автобус? Конечно. Я, правда, знак не увидел, я увидел саму остановку и расписание автобуса. Ну, убирай место для остановки. Резче, резче, вот так, раз. Все, остановился, молодец. Поехал, левый поворотник включил. Движение просто прямо. Да можешь в зеркало, по сути, не смотреть. Ты глянул, что он не перестраивается направо, тебя не подрезает. И все, и поехал в прямом направлении. Все, как-то так.